Sveiki, su jumis Vytautas ir aš žiūriu LEGO Undercover ir tai jau antras mano video šitame žaidime. Iš tikrųjų visas pavadinimas yra LEGO City Undercover. Bet aš jį vadinsiu tiesiog LEGO City. Потому что они все вырядились как клоуны. Как в цирке. Ну, мяс супрата. Ты меня слышишь? Я нажёг же не самонес шняка тас мажус. Ир тек. Няко мум на бус. Ай, бея, аж не постебел, ар... Ar aš šitą... Vy že umėjate vadyti? Pomagyte mne! Ar man paskelbė autorinės teisės už muziką? Ir toj pravažiuos per vidų. Geras kadras. Čia net žinokit, komentuoti nėra, ką tokiu atveju. Tokiu atveju labai bus mažai šitam žaidime, iš tikrųjų. Tebe mano žizni malo bylo. Rešil ešo į mano tačku ugrobit. A ty savsiem neizmenilas. Ne zagavarivai mne zuby. Iza tebe mne prišlos polnosti izmenit vnešnost. Ja daže perekrasilas. A razve ty ne byla blondinkai? Ты... О! Поеду попрощаюсь с папой и больше в Лего-Сити ни ногой. Мы еще увидимся! Нет! Ну... Аж галю паскит... Тейп. Уж ты как... Чейз, ты край посматист. О, просто один водитель съехал с катушек. Я все уладил. Ясно. Но мне понадобится новая машина, и я свою потерял. Вообще-то, она даже не совсем моя была. Забудь. Фрэнк за неделю по две теряет. Рядом закусочной к северу от тебя раньше была полицейская точка вызова транспорта. Вроде бы ее снесли. И мне нужно ее заново построить. А ты сообразительный, Чейз. Ну, а добр мум рекес блокус ешкот. Пац дебелишкяуся с даликас шитом жидиме. Вот вянас иш пагриндиню минусу, кат рейке ёс ешкоти даже че... Kada pradžioj, tai iš vis nesinori nieko daryt, kada tu neturi jokių papildomų personažų. Здравствуйте. Говорят, тут раньше точка вызова транспорта была, это так? Нашел о чем спросить. Взгляни на мои бензоколонки. Разлетелись в дребезги. Нет бензоколонок, нет клиентов. Хотя наш знаменитый пирог с маринованными яйцами отпугнет даже тех, кому нужно заправиться. Если починишь, отблагодарю как следует. Окей, бет, и че? Я нажоджу... Кипер GTA. Послуга уж послуга. Ir gyvenime tai būna. Nu, aišku, nepilnai. Ta prasme, kad ne visada gyvenime gausi už ačiū, ką nori. Kaip žaidimuose. Nevykdėjai tą ir gavai. Gyvenime dar reikia pasistengti tai padaryti. Реально пасук галва. Работает. Закусочная спасена. Чем тебя отблагодарить? Мороженым? Сосиской? Мороженой сосиской? Последний вариант почему-то никому не нравится. О, знаю.
Ты можешь взять этот суперблок. Он пригодится тебе для строительства точки вызова транспорта. Думаю, где-то тут еще один суперблок завалялся. Окей, мы поймем. Кек тен? 10 тысяч, мам, 8 рейки. 8 тысяч. Aš visgi paieškosiu dar vieną bloką. Dėl viso pikto. Ateičiai. Tikiuosi man neužblokuos už šitą muzikėlę. Reikės pažiūrėt. Jeigu užblokuos, tai aš ją tiesiog YouTube'o pagalba nuimsiu. O sekančią misiją, tiksliau sekantį epizodą, aš tiesiog išjungsiu garsą žaidime. Tiksliau muzikos garsą. Taip, galima statyti. Na va. Viena iš 65. Ai, visi tuoj dings. Mėlyni daugiausiai duoda pinigų tų. Ei. Ai, nu. Biški užmiršęs esu. Primiršęs valdymą. Standartinį. Šokam į mašiną ir važiuojam. Чейз, совершается очередное преступление. Грабители забаррикадировались на крыше Лего Сити ТВ, и нашим до них не добраться. А чем я-то могу помочь? Крыльев у меня нет. Да, но мой дядя Дюк работает шерифом заповедника Колокольчикова. И у него осталась пара старых служебных кашкаметов. Забираться на здание с ними легче легкого. Ё-моё, висай какие-то пусям умрейки. Поэтому мы и перестали их использовать, так ведь? Ну, если ты не хочешь. О, хочу, хочу. Отлично. Я передам дяде, что ты едешь. Окей. Возьмем. Гейлова, как там жидимя, щитося машинитеся. Labai greitai nitro baigėsi. Nors šiaip realybė irgi greitai baigėsi. Nitro. Azotas. Pagalovki mane nepagladėt. Auč. Iš manęs vairuotojas kaip iš, nežinau, iš beždžionės kosmonautas. Neįpratęs su pulteliu žaist. Nors jau buvau pripratęs prie pultelio. Realybėje aš vairuoju žymiai geriau. Jeigu ką. Дюк Геккельберри к твоим услугам. Я все про тебя знаю. Прости меня за прямоту. Ты тогда не соглашал. Травки, травки. Но все равно, вышвыривать тебя было все-таки чересчур. Особенно учитывая то, что у тебя уже был свидетель под рукой. Да, но на ошибках учатся. Больше такой дурости я не совершу. Вау! Живой? Все в порядке. Так и есть у вас этот кашкамет? Есть, есть. И я с радостью отдам тебе этот ржавый металлолом. Эта груда хлама не помогла мне поймать старушку Бесси. А? Полосатый окун, серый. Вот такущий. Уж много раз. Ничего. В общем, мне пора. Нужно еще арестовать грабителей. Пока. Удачи тебе с кашкаметом. Этой штуковиной не так просто орудовать! Я герас. Мену жоджи че линксма. Шитам жидиме... Нусибост кашкастый... Ну, реалий...
nesugebės. Nebent tik tai va šitie užkrovimai, tai realiai nu, nusibosta žiauriai. Этого следовало ожидать, а то всё слишком гладко шло. В чём дело? К нам поступает противоречивая информация о точном местонахождении грабителей. Шеф послал наших людей прочесывать округу пешком. Думаю, ты можешь ускорить процесс. Если ты залезешь на бургер Жуй, отмеченный у тебя на карте, то смогу использовать бандиты-детекторы и вычислить, в каком они здании. Именно. Удачи, Чейз. Ir vėl į miestą važiuot. Na, manau, čia važiavimas labai bus ilgas ir nuobodus. Tai gal aš prasukčiau, bet pažiūrėsim tuoj, jeigu labai greitai čia atvažiuosiu, tai ir nereikės prasukti. Nu, ta prasme, sustabdyt. Filmavimo. Ir tiesiog davažiuoti be filmavimo. Na, tikiuosi. Labai tikiuosi, kad Nitro mum padės. Ai, beje, aš noriu pasakyti, kad pas mane kanale bus dar Battlefield, bet Battlefield bus kas antrą dieną. Ta prasme, jeigu vakar buvo įkeltas pirmas video Lego, tai šiandien antradienį, kada aš filmuoju, dabar yra 10 valandų ryto. Ir turbūt, kad vakare, labiau vakarą, kokią trečią ar ketvirtą, aš pradėsiu filmuoti Battlefield pirmą misiją ten ar epizodą. Ir pažiūrėsim, kaipgi jūs reaguojat į tokius dalykus. Ta prasme, ar jum patinka, ar jum nepatinka, nes kai pasakiau, kad verst galima iš rusų kalbos, tai dauguma palaikino ir sutiko, kad aš verščiau iš rusų kalbos į lietuvių. Bet aš jum vieną dalyką galiu pasakyti. Kad, nu, jeigu manęs nežiūrės daugiau kaip virš šimto žmonių, tai net neapsimoka verst už tai, kad niekas nežiūrės. Tu prasme, niekam įdomu nebus. Aš nežinau, tada prasmės net nėra, kaip pagal mane. Nes aš, vat, pavyzdžiui, žiūrėjau vieną amerikietį, jisai irgi taip pat verčia, tipo, iš rusų kalbos, ar ten ką daro. Kažkoks tai amerikietis, ar jisai ten rusas atvažiavęs iš Rusijos į Ameriką. Todėl verčia iš anglų, tipo, į rusų. Originaliai, ta prasme, savaip. Так, ребятки, и где же вы спрятались? Ой-я. Вот вы где. Время спустить этих парней с небес на землю. Хм. Пора уже кончать с этими пафосными клише. Окей. Ну ты вот. Ир ей жюри 300 тысяч. Паси субскрайберю ира 500 тысяч. Достать их врасплох. Или, если не допрыгну, отдохну недельку в больнице. Везет. Еда в больнице отменная. Бет, жюри 300 тысяч. Уж ты, если реалий верча. О, ман, ну, пас мене лабай мажас каналас, тодел ман не псимока верст. Jeigu ir pažiūrės maksimum ten 100 žmonių, tai kas iš to? Iš tų 100 žmonių atsiras kokie 5 žinantis rusų kalbą ir tiesiog pažiūrės ir viskas ir išeis. Tai sakau, neverta. Bet jeigu žiūrės, nežinau, ten tiek, kiek pas mane subscriberių, tai realiai
bus neblogai. Хорошо, что у меня нет боязни высоты и всяких других дурацких фобий. Французский попугай! Койзе ты био. Вот, юс мам посакикит, нафига бьете? Совсем форму потерял. Не био аукшо, не био ниако, искирус попугу. Французишку. Опс. Бишки, не обскачивал. Эй. Ва. Оп. Че, даже китай срики. А, бея, че щита жидима гальма жизнь двеса, бет. Каденги. Виси другой. А то стогау я. Аж про джой менес отостоговал. Tai... Realiai... Nėra su kuom... Žaist net. Kad ir būtų, tai... Nemanau, ar sutiktų. Nes daugumovai užimti. Vienu žodžiu. Gaila, šitam nėra žaidime multiplayerio. Tada realiai pažaisčiau su jumis. Ei, tam vnizu ko? Smatyvaimsia. Я не дам этим воришкам уйти. Я гал ir pabėgs, bet netoli. Но Чейза Маккейна niekas dar nepabėgo. Ну, kol kas nepabėgo. Начало положено. Вена сыра, проджа постатита. Кипесы посаки. Чем грейты верчу. Тогас фразес. Домес. Ого! Да я, оказывается, гимнаст. Ага, ту дарир кокс гимнастас. Ой, ё-моё. Окей. Меня здесь нет. А это уже два. Ой, учел, ду, окей. Ду ты иду. А учел трис. И это уже три. Осталось разобраться с главарем. Nejaugi. Liko susitvarkyti tik su bosu. Biški teks. Šitą. Op, 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 op. Einam, 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 einam. Einam, pailsim, pailsim, būtinai. Būtinai pailsim ir viskas. Lipam į viršų. Аж дух захватывает. Прощай, Хоп! Удачного тебе восхождения! На крыше одного из зданий я вижу человека, по всей видимости, главаря банды грабителей, который, кажется, кому-то машет рукой. Меня так просто не уделать. Опс. И зачем я только свою варежку открыл? Минуту. Наконец-то объявился представитель полицейского... Ну, ё-моё. Сити. Похоже, эта погоня закончится арестом. Конрад Петерс, место событий, специально для канала Кампус. Sako, man trečias kartas nemeluoja. Ei, jo, majo.
Kuo toliau, tuo jisai aukščiau kyla. O ten jau bus nėr kur bėgt. Ma būtent. Jisai pasakė, kad nusibodo, pasiduok jau pagaliau. O aš pritariu. Įdomiai gavos. А ты, похоже, много знаешь. Ну да. Рука руку моет. Но не в твоём случае. Бум. Джордж? Джордж ногу задерищенко. Давненько не видел. Супратот Байри. Na ką, ačiū, kad žiūrėjot, iki pasimatymo ir rate, komentuokit, pranakis, paskit like ir dalinkitės su draugais Facebook'e. Susitiksim kitam epizode. Iki! Aš gimiau Lietuvoje.